Раз. Добрый день, дорогие друзья. Это тестируем. Тестируем, да, два Xbox. Xbox One с гибридным жестким диском, установленным вот этим мастером. Вот этот, да, прощаем прощения. Какая модель? Подскажи. Western Digital. Да. Фирма. Blue. SSHD. Ну, короче, там, в принципе, он один, наверное, единственный в своем роде, поэтому найти будет далеко. А это стоковый Xbox One со стоковым диском. Поехали. Левый монитор – это гибридный диск. Правый монитор – это оригинальный. Но, к сожалению, они стартуют очень медленно, сами мониторы. Да, пока не подумают, там туда-сюда. Так, сейчас расположение будет удобнее. О, так, да, в принципе, отлично. Они примерно равны, да? Вот на таком расстоянии. Жесть. Ну-ка, тоже распаковывается быстрее. В обоих случаях сбросили кэш приставок, поэтому запускаем с самого начала. Ну, так, вот он, гибридный диск запустился. Да. Смотрим на время. 6, 7, 8. 8 секунд разницы. Так, теперь начнем игра Gears of War, да? Да, давай. Сейчас тогда. У тебя она закреплена, да? Да, закреплена. Тоже тогда. Так, давай. Раз. Держи вдвоем, нажмешь. Давай. Раз, два, три. Поехали. Ну, тут мигнуло. Сейчас посмотрим по секундам, сколько там разницы будет. Три-четыре секунды, короче, разница была. Давай, старт нажал, да? Угу. Одновременно. Да, есть еще заставка грузится, конечно, поэтому неизвестно, честно это или нет. Так, сейчас мы продолжим на другой игре. У нас есть Tomb Raider, есть у нас? Да, вроде. Сейчас мы проверим на игре Tomb Raider. О, вот сейчас мы, кстати, это очень быстро. Давай, погнали. Опа. Это было крайне неожиданно. Только что. Стоковый диск загрузил быстрее меню приложения игр. Так, погнали. Раз. Так. Угу. Кристалл динамик. Как-то в подлагивание такое, такое. Сделать. Ну, опять разница была небольшая. Что это там у тебя? А, ты первый раз запускаешь что-то еще? Что, новую игру запустим тогда сразу? Так. Раз. Да? Ага, все так плохо. Очень все так легко. У меня снега больше. Это гибридно. Животные в кадре. По-моему, одновременно вообще. Дальше заставку все равно. Ну, вот что он загрузился. Да, один в один вообще. Как ее пропустить? Вот там написано пропустить. Ну, вот уже. Эту штуку, да? Ну, какая-то доля миллисекунды. Угу. А сейчас тоже пропустить можно, да? Ну,
О, это было прям одновременно видно. Свет, может, выключил бы нафиг. О! Ну, Том Райдер удивил, конечно. Да. Неожиданно вообще. Три, четыре, пять, шесть, семь. 7 секунд разница. Лучше нам компания, давай жми 60 кадров в секунду. Где тут новые, да? Вот новые, давай новые. Игра загружается, даже видно полосочка, как идет высадка. Охренеть, а там еще обломаем? Да, конечно. Ну, здесь сама игра, походу, загружалась заранее, что ли. Угу. Да, выходи теперь в этот меню обратно. Начальное. Где он? А, вот, покинуть игру, да? Опа. Ну, здесь фигня тоже, 2 секунды. Так, какой итог? Итог такой, что... Так, что есть предложение еще третью часть через эмулятор, который запустить, проверить. Так что резюмирую, пока резюмировать не будем. Проверим Gears of War 3. Gears of Russian War. Да. Русская версия. Так. А у меня, кстати, белый экран. На этом телефоне, а здесь наоборот, а на его наоборот, да? На его наоборот. И все равно чуть отстал, конечно. У меня еще облачное хранилище ищет. Надо переустановить, у меня английская версия стоит. Отлично. Надо диск установить. Охереть, он видишь, все равно отстает как. Компанию, давай, давай. Что-то новое, да? Ну давай, обрывай, что. Если это возможно вообще. Можно, наверное, на старт, на селект. Ну, когда обрываешь, да, здесь. Аналогичная, такая же, как и в Halo. Загрузка происходит именно с заставкой самого уровня. Начало на первую часть похоже. Да-да-да, выходим.